Коллеги, доброе утро. Доброе утро всем красноярцам. Ну что, мы сегодня в гостях у телезрительницы такой верной утреннего кофе нашего. Люсьена Колесникова сегодня пригласила нас к себе, чтобы заняться карвингом. Вот давайте для тех, кто еще вообще только просыпается и только начинает воспринимать какую-то новую информацию, давайте вообще начнем с того, что такое карвинг и вот что же мы сегодня будем с вами делать. Карвинг – это художественная резьба по овощам и фруктам. Угу. Карвинг бывает по овощам и фруктам, по мылу, по дереву. И в данном случае у нас представлен карвинг по мылу. Такое сувенирное мыло, новая направленность, которая очень интересная в виде подарка и вообще радует глаз. Угу. Это можно обычное мыло взять или хозяйственного кусок подойдет? Нет, желательно брать хорошее, качественное, дорогое мыло. Оно получается не крошится, очень пластично, очень легко режется. И самый главный фактор, чтобы мыло было абсолютно свежее. То есть обязательно надо смотреть на срок годности. То есть это очень важно. Ну вот, если мы обратим внимание на инструменты, здесь, мне кажется, инструментов больше, чем, я даже не знаю у кого, чем у сантехников и так далее. Вот таких рабочих профессий. Зачем столько всего? Но если заниматься карвингом профессионально, то весь данный инструмент, в принципе, будет нужен. Если делать скульптуры, если делать 3D какие-то фигуры, то это нужно. Если заниматься просто карвингом, ну, даже если профессионально карвингом заниматься, в принципе, достаточно одного тайского ножа. Да. Вот то, что мы видим. Давайте с этим ножом мы сегодня попробуем поправляемся. Берем его тремя пальчиками, как ручку. Загибаем. Вот этот пальчик мы загибаем, а мизинчиком мы упираемся всегда для того, чтобы ножик у нас не соскочил. Вся у нас сила, весь упор на мизинчик. Но на мыле это не всегда удобно, а по овощам и фруктам, когда резать начнем, да, мы это на практике освоим. У нас здесь все поделено, серединочка у нас сделана для экономии времени. И сейчас навстречу друг другу под углом 45 градусов мы вытаскиваем наши штучки вот таким вот образом. Видно? Как научиться всему этому? Вот вы как этому научились? Вы сами на досуге вырезали, потом набили руку? Сначала на досуге вырезали, набили руку, а затем стало интересно изучить что-то большее. Съездили в Московскую академию карвинга, отучились, получили 5 ступеней, и теперь можем больше. Но я знаю, что у вас еще есть какие-то регалии, то есть вы профессионально занимаетесь этим. Да, в 2015 году мы заняли бронзу. В городе Новосибирске проходил конкурс «Сибирское гостеприимство». Там был очень большой чемпионат шеф-поваров, поваров, кондитеров, ресторанное дело, в том числе и были карвингисты. Вот там мы заняли бронзу. Там вырезали по мылу или по овощам? Там были овощи. Там овощи были. Ну, то есть у нас сегодня еще как бы такая новая направленность, не вот особо овощи еще развита. Сувенирное мыло по карвингу. Мне кажется, я все испортила. Но у вас своеобразный рисунок, это ваш рисунок, его тоже можно делать. Рисунки вы сами придумываете? Да, рисунки идут из воображения. Вот вырезали его, сразу кладем в коробку или как-то еще можно? Обязательно, потому что иначе оно высохнет. Усохнет, скажем так. Теперь мы повторяем. У нас рисунок, если вы доверите. У меня вообще рисунок какой-то. Роза. Нормальная роза. Кривая. А теперь ваш рисунок все равно повторяем так же, как и мой. Еще вырезаем. Контуром. Сколько вообще в среднем уходит времени на то, чтобы вырезать вот такую прикольную рисунок штучку? На мыле занимает где-то примерно 15-20 минут, в зависимости от сложности рисунка. А заказов много? Вот в Красноярске люди, сейчас же как череда подарков начнется, 23, 8 марта, 14. Череда подарков была недавно, на новогодние праздники. То есть на самом деле действительно очень прекрасный такой подарок, сувенирный, маленькое мыло в подарочной коробочке коллеги по работе, например, на новогодний корпоратив, бюджетно, интересно, необычно и красиво. И красиво. Да. И глаз радует, самое главное. Глаз радует, да. Вот, кстати, здесь как раз представлены все вот эти работы. Ну что, коллеги, пока вот такая вот получилась, я надеюсь, мы немножко здесь поработаем, набьем руку. Будем резать по овощам обязательно, собственно. Это, наверное, самое интересное будет сегодня. А у меня пока все, вам слово.